Раннее утро. Я снова вас приветствую на канале Берег. Снова приехал на рыбалку. На рыбалку в Голландию. Температура воздуха сегодня пока утро 0 градусов. Днем обещают 13. Полный штиль. Ветра сегодня не ожидается. Давление воздуха 1003, чуть меньше нормы. Посмотрим. Я уже начал разбираться. Наконец-то я разобрался. Буду замешивать прикормку. Прикормку я сегодня использую с прошлого раза. Я храню ее в морозильнике. Если остается, почему бы нет. Прикормка состоит из трех компонентов. Плотва, лещ и лещ черный. Вот так она выглядит. Сегодня утром я ее просеял через сито 2-миллиметровое. Хорошо вот рассыпается, пушистая. Я сейчас покажу, как она работает в воде. Посмотрим, не утратила ли свои свойства. Вот я сделал комочек, бросаю в воду. Посмотрим. Конечно, что будет видно. Постараюсь показать. Да, реакция идет очень хорошая, видно пузырьки, распадается хорошо. Но все равно уже не та прикормка, которая была сделана в прошлый раз. О, прикормку кушает птичка, значит рыба тоже будет кушать. Запах донесся даже под воды. Интересно. Я разобрался, все. Сейчас замерюсь диппером, стоит ли рыба или нет. Потом еще проверю грузиком и начну рыбалку.
Хоть и погода хорошая, а рыбы диппер не показывает вообще. Ну ладно, будем надеяться, что подойдет на прикормку рыба. Посмотрим. Ловить я сегодня буду на скользящий монтаж с отводом. Отвод сантиметров 6 у меня, плюс бисерная резина. Она сантиметра на 4, на 5 ниже кормушки. Я делаю всегда так. У меня так меньше всего запутывается поводок. Вот так это все работает. Делаю закорм с добавлением опарыша в кормушку. Вот так вот я просто сыплю пробочкой. Кормушку я распылю в толще воды, как всегда. Ладно. Одеваю поводок. Начинаю рыбалку. Так, поставлю я вот такой крючок. Фирма Maruto. Это японский. 16 номера он. Первый раз я такой вижу. Как-то попал я на него. Спросил у продавца. Он говорит, очень хорошие. Тоненькие, крепкие крючки. Вяжу я поводки вот такой машинкой. Как-то я уже и привык. Зимой в основном хорошо. Руки когда мерзнут. Так. Леска.
леску я поставлю фирмы Штрофт 008. 1 метр сделаю длину. Вяжется это очень просто. Фиксируется леска под клипсу, обматывается вот так, прорезь, пальцем сзади зажимается. И делаю оборотов 9-10. Потом вот так отвожу и просто затягиваю, вытаскиваю крючок. И все готово. Осталось только сделать петельку. Получается, если будет видно, вот такая заводская. Так. Где крючок, не вижу. Заводская вот так вот вязочка получается. Наверное, не видно будет все равно. Обрезаю я как можно короче, практически заподлицо, там полмиллиметрика остается. Посмотрим, что за крючки. Так я пользуюсь камикадзе. Вот, допустим, сейчас покажу. Вот 14 номер камикадзе. Я всегда пользовался вот этими, но решил попробовать обновочку. Как он, посмотрим, будет тупиться, не будет тупиться. Одену я одного опарыша чулком. Да, крючок очень острый. И три пиночки. Вчера по случаю приобрел Рому Брассен по скидке, очень значительная скидка.
Вот стоит цена там 3,99, а так он стоит 5,99, и я решил его приобрести. Но сегодня я прикормку не добавлял, я буду добавлять прямо в кормушку помаленьку. И посмотрим. Вот так я буду помаленьку подливать в кормушку. Сработает или не сработает. Прошло 2 часа ловли, вершинка стоит, даже и не шевелится. Перезабрасываю я минуты через 2, максимум 2,5. Закормил только что вторую точку, сместился метров на 15 влево, потому что от шлюза что-то сегодня прет течение. Даже потихоньку подтаскивает кормушку. Ну, посмотрим. Очень сильно много мусора. Палок всяких, бумаги. Не знаю, с чем это связано. Носит ее туда-сюда. То влево пойдет, то вправо, как шлюз откроет, как я уже говорил. Течение вон как кончик у меня натягивает. Вообще очень сильно. Вон еще одни едут, ищут место, где может быть рыбка стоять. Все катаются.
все ищут. Вот поднимается ветерок, рябь пошла. Может, с ветерком что подойдет? Прошло 3,5 часа ловли. Всех опарыши уже попорезал. Остались только пинки. Не знаю, сейчас буду собираться. Что делать? Начинается ветер встречный. Так, была одна поклевочка, а я хотел собираться уже. Может быть, с ветрами подошла рыба? Сделаю протяжку. Посмотрю. Мусора, конечно, плавает. Ой-ой-ой. Главное, откуда его? Наверное, с берегов. Была большая вода. Все снесло с берега. Нет, тишина. Раз, очень хорошо так потянуло. Ладно, перезаброшу. Интересно, была такая хорошая поклевка. А все пинки на месте. И один опарыш, который чулком одетый, тоже на месте. Очень интересно. А очень такая бы приличная была поклевка. Ну хоть что-то. За 4 часа ловли одну поклевку увидел. Так, делаю очередную протяжечку, такую небольшую, но вот так вот. Удочка. Упал фидер. Сейчас посмотрим. Что ты падаешь? Течение гуляет сильно со стороны в сторону, со стороны в сторону. Но я считаю, от этого не может сильно зависеть. Здесь на канале всегда так. Ну, чтобы в воскресенье так они открывали шлюзы. То откроют, то закроют. Такого очень редко. Я как бы даже не припоминаю. Были, конечно, одни, но... Так, еще одну протяжечку сделаем. Вот так. Смотрим. Может, все-таки я раздразню. Да хоть не обидно, у людей тоже ничего нету. Вот голландец едет тоже, ищет, видать, рыбку. Не знаю, в чем дело. Пойду, может, там взять что-нибудь. Давай. А у тебя что там, колокольчик или? Да, на колокольчике. Я вот это у тех, видать, пищалка. У меня есть пищалка. Мне, а дальше там... Или что-то она пи-пи-пи. Вот колокольчик лучше будет. Ну, кому как. Каждому свое. Я этой пищалкой, вот, ну, когда в прошлом году я взял. Девчата не поехали маленькие. Да что ты будешь делать? Она пи-пи домой потом приехала. Спать у меня это пи-пи. А колокольчик он зазвенел, если это все. А там ты не спрашивал, чего ловят, нет? Да нет, я не ходил туда.
чем-то завершилась моя сегодняшняя рыбалка. Не знаю, что этой рыбе надо было. Скормил 250 грамм опарыша. И ничего. Вообще, одна поклевка к концу рыбалки была. То есть увидел, такая не хиленькая, резкая. Я даже не успел ничего сделать. Ну, как-то так. Много людей проезжало мимо, подъезжали, спрашивали, что, как, почему, все ищут рыбу, все недовольны, не клюет. Такая погода стоит. Прекрасно все. Ни ветра, ничего. Это очень редко бывает здесь, в Голландии. Ну вот, как-то так. Всем до свидания, до следующей встречи. Всем пока.